нет. Наш отдых в Архипово-Сибирске продолжается. Сегодня мы идем на крокодиловую ферму. Да, Поля? Пойдем? Да, давай доедай и пойдем. Поднимаемся по ступенечкам. Поднимайся, поднимайся, Нача. Поля, иди сюда, Поля. Смотри скорее, смотри скорее, иди сюда. Смотри, сиамский крокодил. Ух ты, какой большой крокодил. Дочь, он не живой. Вот они, крокодильчики. Это сиамские крокодильчики. Они еще маленькие, похожи, детеныши. Видишь? Видишь, какие, дочь? Они не живые. Они живые. Посмотри-ка, это живые крокодилы. Видишь, они плавают. Это у нас... малыши сиамских крокодилов. Ну-ка, где они тут, малыши? Малыши, вы где? Черепахи и уточки. Да, черепахи и уточки. А что-то малышей мы не видим, дочь, да? Где они, малыши? О, вот они, вот они. Где вон они, малыши-то? Ух ты. Они живые. Конечно, какие они малюсенькие. Смотри. Я съела. Смотри, какие они малюсенькие, дочь. Ты видишь, какие они маленькие? Да. Смотрите, что там. Смотрите, что там. Ты какие малюсенькие крокодильчики. Смотрите. Агаму называют их, дочь. Смотри, видишь, какой он агамчик. В клеточке живет, да? Такой малюсенький, видишь? Да. Давай, ребят. Так, смотри, Поля. Сиамский крокодил. Где? Сиамский. А вот он самый большой, смотри, Поля, видишь, он лежит такой большой, здоровый крокодил. О, вот это крокодилище. Давай, ребяткам. Давай, показать. Я показываю же. Посмотри, какая у него пасть огромная. Вот это да, да, Поля? Да. Вот он такой... Посмотри, сколько у него зубов. Да. Вот это крокодилище. И давайте еще одну. А рядом еще один, Поля. Да. Рядом еще один лежит. Ой, вот это да, вот это страшилище, да? Вот это да. Страшилище. Кролик, черепаха, смотри, видишь, какая большая, кролик, возле кролика, видишь, черепаха? Ну, видишь, черепаха большая, панцирь у нее. Еще он ее. Да. Их две черепахи, смотри, какой у нее панцирь толстый, да? Смотрите, кролики. Кролики, да. Идемте со мной, я... Дочь, дочь, а ты еще ежа не увидела? Ежика-то, смотри, где ежик. Иди сюда быстрее, тебе покажу. Смотри, вот он ежик, Поль. Ты видишь, ежик клубочком свернулся? А, да не один, их тут много. Ты видишь? Видишь ежики? Посмотри-ка, сколько их много. Какие лапочки, да, дочь? Да, один ус, один не... А уснули? Да. Не один, трогай ручками, не трогай, они очень колятся. Один ест. Да, а другой спит, похоже, да? Да. Пойдем-ка дальше уснул. Посмотрим. А что у нас здесь? А здесь маленькие черепашечки. Ой, какая прелесть. Посмотри, дочь. Ой! Какие маленькие черепашечки. Ой. Вот видишь, вот смотри, из этих маленьких вырастают... Вот такие громадные черепахи, да? Ой, смотрите, кролики! Да, ой, они прыгают. Сейчас мы дальше пойдем, посмотрим, как они живут. Такие черепашечки. Смотри, Поля, видишь кролики? Вот это его домик кролика. В этом домике он живет. А смотри, тут еще один, дочь. Смотри, большой какой. Ты видишь, большой какой? Смотрите, смотрите, без.
беленький кролик, да? Самый симпатичный, да, дочь? Да. Он тоже побежал в свой домик. Быстрее побежал в домик. Смотри, какой кролик на нас смотрит с тобой. Видишь, какой кролик? Привет! Привет, кролик. Мы пришли к тебе в гости. Кролик, иди сюда. Что ты любишь кушать? Морковку, наверное, да? Да. Кролик. Или капусту ты любишь кушать? Он любит морковку. Морковку и капусту, наверное. Да. Смотри, смотри, смотри. Он нюхает, что ты ищешь. Морковку. Какой кролик симпатичный, да, дочь? Да. Ой, черепахи! Черепахи какие большие такие. Видишь, они выросли из маленьких черепах, да? Да. Вот маленькие черепашки вырастут и будут такими же громадными. И смотрит на нас своими зелеными глазами. Думает, что же мы сейчас будем делать. Видишь? Еще одна! Еще одна, и голова у нее такая. Пойдемте со мной. Водяное. Водяное. Смотри, парагвайская анаконда. Это вот змея. Посмотри, видишь, какая она змея? Видишь, она очень ядовитая. Посмотри, какая ты, видишь? Видишь, какая она змея? Видишь ее? Да. Вот, ее трогать вообще нельзя. Ой, еще и нельзя. Вот она свернулась клубочком, притаилась. Отойдите, ребят, как змея. Вот она, это ее хвост висит. Она же очень большая. Это ее хвост. Ой, идите сюда. Идите сюда. Кто у нас здесь живет? Митя. Это песчаный удав, Поля. Песчаный удав. Видишь? Видишь, какой он? Его сюда закрыли от солнышка, наверное. Видишь, какой он большой, да? Кто у нас там дальше? Здесь никого нет. Ты видишь? Посмотри, еще один сиамский крокодил. Видишь, отдыхает, в водичке лежит. Ой, что-то было. Это на улице, дочь. Посмотри, Полюшка. Видишь, какой большой сиамский крокодил? Ты посмотри, как он спит, дочь. Глаза прищурил, а сам прислушивается, что происходит вокруг. Вот они. Вот еще крокодильчики. Ой. Маленькие. Ой, смотри, хвостом зашевелил, да, дочь? Ой. Ой, 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 побежал куда-то. Ты видишь, как они ползают, видишь? Это маленькие сиамские крокодильчики. Там большие были? Видела, большой лежал. А это много маленьких. Видишь, сколько их много? Вот они притаились, потом хоп-хоп-хоп. И все зашевелились, поползли. Видела, как они ползают? Видела, Поля? Ой! Посмотрите, да? Пока мы смотрели крокодилов, у нас зашевелилась черепашка. Поля. Смотрите, быстрее, ребятки! Что там такое? Да, это тоже маленькие, это детеныши. Это еще меньше крокодильчики. Это еще меньше. Да. Посмотри, один голову как поднял, видишь? Видишь, дочь? Шевелится как. Такие крокодильчики. Так. Они поползут. Поползут, ну заходят, поползут, дочь. Устанут лежать, они отдыхают, потом начинают. Ой. Ползать. Вот видишь, один пошел. Видишь, видишь, как он входит? Видишь, куда? Дочь? Ну куда? Пошел к своим братьям. Вот видишь как? Вот. Прям по крокодилу, да, лезет? Вот видишь, какой он? Вот он. Вот. Вот другой пошел. К водичке, похоже, пошел, да? Ой, смотрите. Смотри, а другие плавают в воде. Ты видишь, плавают они в воде? Видишь, дочь? Вижу. Ой, что он не пошел? Ну все. Ну что, Поль, тебе понравилось на крокодиловой да. ферме? Ой, самолетики.
Ну что, давай прощаться с ребятками. Пока-пока, ребятки. Смотрите и подписывайтесь на канал, Пелагея. Всем пока-пока. Пелагейка.